12-летний ребенок накануне вечером попал под колеса ВАЗ-2110. Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Крупская и Коминтерна. По словам очевидцев, девочка переходила дорогу со стороны техникума строительных технологий в сторону 6-го микрорайона с тяжелейшими повреждениями тела, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа. Ребенок был доставлен в больницу в состоянии комы. Приехал на зеленый сигнал светофора. Девочка выбежала перед автобусом. Я немножко высунул морду, увидел ее, дернул рулем, уйти, чтобы от нее. Произошел удар. Степень вины каждого из участников дорожно-транспортного происшествия должно определить следствие. На данный момент сейчас возбуждено дело. Свидетели очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия Ангарская госавтоинспекция просит обратиться в кабинет номер 310 в госавтоинспекцию, либо по телефону 54-39-30. Ваша информация очень важна для установления степени вины либо водителя, либо пешехода.